Если тебе прилетает, ну, сделай уклонный рог, и тебе не прилетит. Совет от спортсмена и, судя по количеству его наград и победных боев, весьма действенный. Илья Коваленко – боксер с 6-летним стажем, если так можно выразиться. Некогда Илья занимался другими единоборствами, но безрезультатно. На дворовых соревнованиях парня заметили тренеры секции бокса и не прогадали. Сегодня воспитанникам гордятся, он пример для многих. Уже у меня тренировки входят в распорядок дня, то есть это уже тренировки, это уже не выбор, это как обязанность. Вот. Приходится иногда, может, что-то, ну, удалять, что-то чем-то жертвовать, временем, еще чем-то, чтобы ходить на тренировки, чтобы был результат. Старательный, ответственный, добросовестный, то есть к тренировкам он подходит с полной отдачей. Скажем, на тренировках он полностью себя отдает, ну, также преуспевает и в учебе, и плюс в разных мероприятиях он тоже не отстает. Любитель быть первым, показать себя с лучшей стороны, то есть лидер команды. Такие высокие оценки тренера подстегивают отличными результатами парня на ринге. Он является многократным победителем всероссийских турниров. В этом году стал бронзовым призером на Приволжском федеральном округе, неоднократный чемпион первенства Башкирии. Являюсь сейчас капитаном сборной Башкирии по боксу, 15-16 лет. Сейчас Илье 16 лет, и он уже задумывается о будущем. Спорт бросать не планирует, но и об образовании парень тоже печется. Любой боксер, у него в приоритете стоит все-таки, может, профессиональный ринг. Сейчас все-таки пока еще мне нужно боксировать молодежь, мужики, а дальше уже посмотрим. У каждого спортсмена есть какие-то, может, мысли о олимпийском ринге, о олимпийском боксе, так же, как и у меня. То есть я не против того, чтобы выходить куда-то на более высокий уровень, вот. Но и без образования сейчас тоже никуда, поэтому приходится совмещать, можно все успевать. Остается пожелать спортсмену удачных боев и побед в будущем. Светлана Халитова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».